Куда нам ехать? Марафон, но в Аризоне. Только пролетел, смотрю, чуваки близкие по интересу бегают. И вот у нас дилемма огромная. С одной стороны, красный свет. И всегда вроде можно направо поворачивать. Но фиг его знает, как в Аризоне, можно или не можно. И вот мы стоим и думаем, блин, перед полицией как-то направо на красный поворачивать или не поворачивать. Давай еще посмотрим марафонцев на всякий случай. А то это, знаешь, только повернешь там. О, смотри, чувак сбегает такой. Да пошел этот марафон. Да я за такие. И еще столько миль. Я вам лучше на машине укачу. Слушай, ну я думаю... Смотри, итальянец в юбке бежит, ирландец. Где? Вон, это тема американская, что всегда в костюмах. У нас один чувак вообще с Эйфелевой башней на башке пробежал. Такое длинное, высокое, знаешь, там 3-4 метра. Такой бежит. Это тема американская, в костюмах бегать. Все, друзья, если понравилось это видео, ставьте лайк. И всем привет из солнечной Аризоны. Всем пока.